Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по NextRP. Спустя почти год я вновь записываю этот ролик, а именно 6 числа. Почему? Потому что вышло обновление, и я решил записать для вас ролик. Но перед началом ролика, как всегда, не забывайте меня поддерживать. Ссылочки в описании и закрепленном комментарии будет реферальная ссылочка моя. Заходите, качайте игру. И в самой игре заходите F4, пишите мой промокод HAMAN, применяйте его, получаете свой стартовый набор, там деньги, донатка, папки и так далее. Ну, а я желаю всем приятного просмотра, желаю всем приятного аппетита, а мы погнали к ролику. Итак, смотрите, вышло обновление, которое я ждал почти с открытия этого проекта. Точнее, уже после месяца, потому что надоело одно и то же. И тут добавляю что? Правильно, сейчас плавный переход на моей тачке, и это новые диски. Совершенно верно, добавили новый пак дисков. Мне он очень зашел, особенно эти диски, блин, какие они сочные. Плавный переходик такой, мне там голос просил, не надо было перезаписать. Поэтому сейчас мы доедем до нашей СТОшечки, я вам покажу диски, но перед началом всего этого замечательного показа давай припаркуем здесь машиночку нашу и посмотрим вообще обновление. Заходим в обновление. Ромбик закрашенный, значит глобальное обновление. Что добавили? Новые кейсы добавили. Это в принципе все херня. Уникальный автомобиль неинтересно. Уникальное оружие тоже неинтересно. Накспас посмотрим. Рулетка посмотрим. Лада Веста набор неинтересно. Вот они. Стоять. Вот они, новые диски для машин. Тюнинг-салон добыли, добавили новые диски. Классно. Утилизация оружия неплохо. Холодное оружие тоже надо будет затестить. Новые места для парковки неинтересно. Ну и здесь небольшие корректировки, которые, в принципе, мне понравились. Это добавили ВАЗ-2106 и на него тюнинг. Я бы вам показал, конечно, как это все работает, но у меня нету мест, потому что я очень давно не играл. Правильно. Поэтому, если будет хорошая активность под роликом, то я в следующих роликах уже буду заниматься всей этой канителью, которая надо кейсы, не кейсы выбивать, новые скины там. Мы много чего увидим, много что добавили. Я вам это сейчас покажу, конечно. Поэтому давайте, наверное, будем потихонечку выдвигаться к нашему тюнинг-салону и ставить диски, а точнее смотреть, потому что я уже поставил. Отмечаем на карте и поехали. Пока я еду, не забываем то, что тем, кто первый, точнее первые три человека, которые ведут мой промокод и по моим промокоду золотая 10 уровень персонажа, я раздам 3 премиум аккаунта, точнее платинки. Так что юзайте промокод, качайте свой уровень персонажа. А мы заходим в тюнинг салона. Так, колеса применять. И где наши новые диски? Так, это были старые диски. Это все старые. Это все. Вот новые диски, если не ошибаюсь. Да, это новые диски. Это тоже новые диски. Кстати, тоже прикольные. Это вот можно поставить на Rolls-Royce. Это вообще херня. Ну, это мои диски, которые я сейчас поставил. Так, где-то еще же были диски. Куда-то я делал еще диски. Это тоже те. Так, это старые или новые? Это новые. Нет, это старые. Это тоже старые. И это старые. Это не помню. Вот это точно новые? Вот это точно новые. Это точно новые. Это тоже новые. Вот это... новые, если не ошибаюсь. Или те старые. В общем, смотрите, какие диски есть. Не помню, какие новые, какие старые. Потому что меня давно не было. Вот эти прикольные диски. Ну, это точно новые. Таких не было. Эти, как я говорил, уже подходят под Rolls-Royce какой-нибудь Cullinan. Так, дальше что? Это вообще какое-то говно. Это тоже говно. Кто их будет ставить, не знаю. Ну и мои диски, в принципе. Которые подойдут, наверное, ко всем тачкам. Поэтому давайте, наверное, выйдем с этого салончика. Он мне больше не интересен. Я вам показал эти диски.
посмотрим поближе на моей прекрасной дискулечке. Это просто конфетка. Блин, я очень рад, что добавили новые диски, потому что без них было скучно. Как бы, да. Так, давайте куда-то едем дальше. Сюда вот, заходим в F1, обновление. Что у нас дальше? Next Pass. Магазин, давайте на град сразу зайдем. Видим импалу. Видим, все херня. Кстати, балаклава прикольная. Геральт. Но он уже был. Так, что у нас в кейсах? Крюгер, прикольно. И Морфеус. Ну, блин, Крюгера можно себе было выбить. Дальше, что у нас? Пришелец. Кстати, вот для меня это новый пришелец. Для вас, может быть, он старый, конечно, но для меня это новый. Мне интересно вот все эти кейсы поубивать, все эти скины. О, Пикачу, смотрите, нифига себе. А есть Бульбазавр? Я его себе его взял. Бэтмен. Блин, очень много новых добавили скинов, которых мне очень интересно. Очень много мне нужно будет узнавать. Потому что я очень-очень много что здесь пропустил. Некс развивается в этом плане. Особенно в качестве моделек машины. Я посмотрел, это очень классно. Так, что у нас дальше? Дальше у нас получается акции. Акции у нас, в принципе, ничего интересного. Собери оружие, собери автомобиль. Это все понятно. Собираешь карточки и выбиваешь бесплатно автомобиль. Также с оружием. Вам подарок. Чудесное поле. Лихорадка. Кстати, вот самурай без дублей. Вот этот самурай пойдет на восточный картель. То есть восточный клан. Прикольно, для них будет скин хороший. Ну и в принципе все. В кейсах что здесь? Добавили подпункты, видите, особые, рекомендованные, кейсы с кейсами и новые кейсы. А, ну вот, да, здесь выходят новые кейсы. Здесь что у нас? Ну, здесь, в принципе, вообще ни о чем тачки. Даже можно не крутить его. Да, в принципе, можно не крутить. Дальше новый кейс. Ну, вот тут, да, вот тут можно уже посмотреть. Nissan Vision получается. Bentley, Diva. Ну, Pagani, хуяра не очень, в принципе. Но все же можно выбить, тоже будет стоить бабок. Продать можно будет ее. Так, дальше что у нас? Дальше премиум, понятно. Гоночный магазин. А это что такое? Гоночный магазин. Ferrari, BMW. В общем, напишите в комментариях, что это за магазин и как вообще качать эту валюту, которая буква R обозначена. Будет интересно почитать ваши комментарии. Так, можно зайти, конечно, в помощь. Давайте зайдем в помощь, да. Ну, это херня, все. Ничего не понятно, но понятно. Ладно, короче, буду читать ваши комментарии и уже пойму, что за суть этих гонок. Так, ежедневная награда, давайте, наверное, зайдем. Посмотрим, что там добавили. Здесь, в принципе, ежедневные за онлайн награды и сами награды. День первый, день 28. Угу. Ну, в принципе, награды прикольные. Кейсики, с кейсика может что-нибудь выбить, валютка. Премиум. Ну да, в премиум пожирнее награды. В общем, как раз если кто первый из трех человек... Получается, быстро апнет 10 левел по моему бравому коду. Я тому подарю премиум, и вам будет качать удобнее персонажа. Ну а на этом моменте я с вами обращаюсь. Ставим лайки, дизлайки, подписываемся на канал. Ну и забываем меня поддерживать. Переходим по ссылочке в описании. А я со всеми прощаюсь. Всем чао и пока.